Тропические ливни накрыли Молдову. Чрезвычайные ситуации зафиксированы в нескольких районах. Затоплены дороги, поля, огороды. Досталось и столице. А село Украинку Каушанского района и вовсе отрезало от внешнего мира. Из-за сильного ливня был затоплен мост у въезда в село Украинка Каушанского района. Фактически населенный пункт оказался заблокирован. На место выехали полиция и спасатели. И некоторые улицы Кишинева сегодня уже после обеда превратились в реки. Затопило улицу Каля Ешелур и Альбишуару. Затруднено, а кое-где и вовсе было остановлено движение общественного транспорта. Капризничать природа будет и завтра. Синоптики обещают нам грозы местами с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого могут составить 70 км в час. ГЧС выпустила предупреждение о риске локальных наводнений и подъема воды в малых реках. Из-за обильных осадков в объеме 15-49 литров на квадратный метр в некоторых местах уровень воды может подняться на 80 сантиметров. В чрезвычайных ситуациях граждан призывают звонить в службу 112.